и Дед Мороз обитает в Черкизово. Сегодня у нас необычное мероприятие. После тренировки мы будем выступать в роли Дед Морозов и поедем к семье Ковалевых поздравить наших преданных болельщиков с наступающим Новым годом и преподнести им небольшой новогодний сюрприз. Посмотрим, что из этого получится. На пути чудес всегда стоят препятствия. Но мы не будем сдаваться. Это к вам локомотив приехал. Открывайте, пожалуйста. Ну вот у нас для вас маленький сюрприз. Давайте, может быть, вместе нарядим елку, а? Ничего не ожидаю, на самом деле, заходите. Расскажи про свой первый поход в Черкизово. Интересно, что за команда была? Ну, Локомотив играл против Мордовии. Я попросил папу отвезти меня на какой-нибудь футбольный матч. Ну и он нашел билеты на Локомотиве. Ну, понравилось очень сильно. Кричал, болел? Ну а кто тебе больше нравится в команде, там по амплуа или вообще? Ну, наверное, Виталий Денисов. Потому что он тоже защитник, как и ты? Да. Но мне нравится, что он подключается в атаку. А еще качество какие нравится? Ну что он? Он же левша? Нет. Левша? Да. И ты тоже левша, получается? Да. А из нападающих? Фарфан. Фарфан мощный, согласен.